Самый страшный на земле хищник – это пьяная, обиженная блондинка с помадой в одной руке и телефоном в другой, которой все похеру, даже то, что она сидит за рулем. А на этом перекрестке мы видим, походу, сразу двух таких блондинок. Каждая женщина должна иметь 4 домашних животных в ее жизни. Норки в ее шкафу, ягуар в ее гараже, тигра в постели и осла, кто платит за все. Особенно за таких, которые легко могут найти себе приключения среди пустой дороги. Глупость не помеха, если ты воспитан и знаешь, как использовать свой кошелек в подобных и нелепых случаях. Хотя кошелек здесь ни при чем. Удар пришелся в водителя, а тот, в свою очередь, по инерции ударил другого. Вот и пусть требует с того, кто первым ударил. Еще Николай Васильевич Гоголь писал: «В России есть две беды – дороги и дураки». Вот такое завидное постоянство мы сохраняем по сей день. Ну, ехал водитель аккуратно и также аккуратно хотел обогнать. Ну, уступи ты, дурень, на внедорожнике. А нет, писатель Гоголь прав. Одна девица решила устроить ночной забег от своего мужа, но в порыве гнева, а может и глупости, перепутала тротуар с проезжей частью, и вот что произошло. Но к великой радости все обошлось. Тот момент, когда удачно припарковался. И здесь тебя уж точно никто не заденет, и не нужно оставлять глупых записок, типа «Если мешаю, позвоните по этому номеру». Пензенская область. На вполне свободной дороге едет автомобиль. Он же начинает догонять впереди идущих 2 транспортных средства. Ведь увидел же, что впереди идущий водила начал маневр. Уступи же! Но нет. Получи, черкаш, только царапины на двери и отделался. Красава!